Доброе время суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале Диванный Аналитик. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. А сегодня, по вашим просьбам и рекомендациям, мы будем смотреть доход с YouTube канала «Сельчанка в Америке». Итак, что нам автор говорит о своем канале? Всем привет, друзья! Меня зовут Наташа, наша семья состоит из 5 человек. У нас 3 взрослых детей. Переехали мы с Украины, живем в Америке, штат Мичиган. Мой канал о нашей жизни в Америке, о том, как прекрасна страна Америка. Помогает всем людям. Ссылочка на Facebook, на Instagram, на канал Давида и Мирослава. Также ссылочка на канал прилагается. Топ-3 по популярности на данном канале являются ролики под названием «Потерянные посылки, не знаю, что внутри», часть 1, США. Ролик угод, 957 тысяч просмотров. На втором месте по популярности ролик под названием «Привезли машину для дочки». Ролику месяц, 493 тысячи просмотров. А топ-3 у нас замыкает ролик под названием «Убирая американский дом, США, моя работа, хозяева разрешили». Ролику 11 месяцев, 392 тысячи просмотров. В настоящий момент контент на канале появляется ежедневно, иногда бывает по несколько роликов в сутки. А мы с вами переходим к цифрам. YouTube-канал «Сельчанка в Америке» был зарегистрирован 8 июня 2021 года. Тип, категория канала «Люди. Страна регистрации Америка». На канале 85 724 403 раза посмотрели контент, 2099 видеороликов в свободном доступе и 113 тысяч подписчиков. Категория канала B+, это выше среднего по Ютубу. В рейтинге Social Blade данный канал находится на 49 216 позиции. По подписчикам канал занимает 2229 место. По просмотру видеороликов канал расположился на 131 394 позиции. В Штатах канал занимает 1906 место. В мировом рейтинге в категории «Люди» данный канал находится на 1596 строчки. За последние 30 дней 5000 новых подписчиков, это на 20% больше, чем за предыдущий аналогичный период времени, а контент посмотрели 7 451 тысячу раз. Это на 13% меньше, чем за предыдущий аналогичный период времени. И доход данного канала составил от 1900 долларов США до 29 800 долларов США, в зависимости от того, где бы данный контент смотрели и показывали. Контент у нас русскоязычный, и доход близок к минимальному значению данного диапазона. То есть YouTube-канал «Сельчанка в Америке» как минимум принес автору 1900 долларов США, что в рублях по курсу мы читаем по 70 рублей за доллар, получается 133 тысячи рублей дохода. За последние 30 дней ежедневно на канал подписывается 167 человек, 248 366 раз смотрят контент, и доход составляет 62 доллара. За неделю 1160 новых подписчиков, 1 738 562 раза посмотрели контент, и доход составляет 435 долларов США. За последние 30 дней 5000 новых подписчиков, 7 450 957 раз посмотрели контент, и доход составил 1900 долларов США. Канал потихонечку растет, развивается. Пик по просмотрам был у нас в ноябре 2022-го. Контент на канале посмотрели 9 989 477 раз, а пик по подписчикам наблюдался в феврале 2022-го. За календарный месяц на канал подписалось 11 200 человек. В русскоязычном сегменте YouTube YouTube-канал «Сельчанка в Америке» по подписчикам находится на 13 753 позиции. На канал подписано 113 000 человек. По просмотрам канал занимает 5102 место. 85 724 403 раза посмотрели контент. На канале 2099 видеороликов в свободном доступе. Страна регистрации Америка. И канал был зарегистрирован 8 июня 2021 года. За последние 14 дней в среднем ежедневно на канал подписывается 142 человека. 222 472 раза смотрят контент. И доход составляет 73 доллара. Сутки. За 14 дней 2000 новых подписчиков, 3 114 612 раз посмотрели контент, и доход составил 1000 долларов США. За последние 90 дней в
среднем ежесуточно на данный канал подписывается 174 человека, 281 251 раз смотрят контент, и доход составляет $93 в сутки. За 90 дней 15 700 новых подписчиков, 25 312 622 раза посмотрели контент, и доход составил $8300 США. Это доход за последние 90 дней. А для того, чтобы нам узнать, сколько данный канал принес авторам за все время своего существования, нам необходимо максимальный расчетный доход 35 300 долларов США умножить на 2. И доход за все время составляет $70 600, что в рублях, если бы все заработанные средства мы вводили сегодня по нынешнему курсу, примерно получается 5 135 162 рубля дохода. В среднем YouTube-канал «Сельчанка в Америке» зарабатывает на YouTube 0,95 тысячных рубля в секунду, 8 245 рублей в день или 247 361 рубль в месяц. Это среднее значение по доходу данного канала за все время его существования с 8 июня 2021 года по сегодняшнюю дату. А мы, друзья, давайте обобщим. В этом видеоролике мы узнали, что YouTube-канал «Сельчанка в Америке» за последние 30 дней как минимум принес автору $1900 США, что в рублях по курсу мы считаем по 70 рублей за доллар, получается 133 тысячи рублей дохода. За все время канал заработал $70 600, что в рублях, если бы все заработанные средства выводили сегодня по нынешнему курсу, получается примерно 5 135 166 рублей дохода. Вот такие вот доходы данного канала. Если, друзьям, ролик понравился, поставьте лайк. Если не понравился, дизлайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. В комментариях, друзья, давайте поговорим о канале «Сельчанка в Америке», что вам на нем нравится, что не нравится, если вы отписались, то почему. И также можете написать, чей канал, какого блогера. Мы с вами будем рассматривать следующие видеоролики в плане получения им дохода с монетизацией контента на YouTube. Всем удачи, пока!